Этот автомобиль был обстрелян сегодня вечером. Мы находимся буквально в 100 метрах от крайнего блокпоста ополченцев, который находится на мосту, соединяющем Луганск и станицу Луганская. Всем людям удалось выбраться из автомобиля и уехать в город на попутных машинах. Ну а вот судя по тем воронкам, которые остались здесь, обстрел производился из минометов 82-го калибра. Трудно даже поверить, что так точно. Скорее всего, может, даже и кукушка где-то работала. Это что такое кукушка? Наблюдатель их, корректировщик. До позиции украинских войск отсюда по прямой не больше километра. И режим тишины нарушается практически ежедневно. Бывает, и ЗУшка работает, бывает, и пулемет работает, и стрелковая работает, и снайперка иногда работает. Ну, бывает, и с подствольника слышно. Но сейчас мы просто вынуждены перевести нашу камеру в режим ночного видения, потому что неподалеку находится несколько снайперских позиций украинских войск, и только что была слышна стрельба. Ольга Рогожина, Александр Ушаков, Луганск, Life News.